Вот смотрите, когда вы будете бросать, мальчики, у меня к вам большая просьба. Тот, кто бросает, стоит в середине. Тот, кто бросает, стоит в середине. Бросили туда, отсюда, туда. То есть вот, как раз бок. Потом я когда на сайт поставлю, вы зайдешь, раз, смотришь, ага, я бросаю. То есть если так, все видно. А так оно лучше видно. Ну, кто-то зайдет, кто-то не зайдет. Так, значит, смотрите. Для того, чтобы мне было легче, вы сделали, не надо спешить, сделали бросок. Я говорю оценку, а после этого количество как бы набранных баллов, чтобы я успевал считать. Чтобы потом не сидел и не считал, потому что мне ну, там. Итак, первый будет бросать дроник своего партнера. Можете быть готовы. Потом Пастухов бросает. Потом Николай, Коля. Затем Унгуряну. Затем Хынку. Так. Сколько бросков? Значит так. 10 бросков. 10. 10 бросков. После этого я общее количество подсчитаю. И, например, у кого-то там сейчас 100, у кого-то 90. Значит, ты идешь в группу А, ты идешь в группу Б. Второй. Наоборот. Ту, у кого больше набрал, пойдет в группу Б, этот А. Чтобы как бы сильный, слабый, сильный, слабый. Затем. Давай, спрашивай. Надо по времени? Не-не-не-не-не. Здесь качество. То есть, сделал хорошо. И если, например, я дал десятку Игорю, а ты сделал лучше, я дам 11. А Влад сделал еще лучше, я дам 12. Потому что не буду я как бы... То есть ты сделал, например, лучше, у него 10, я тебе 10. Нет, я дам 11, не страшно. Мы же здесь не на специальных соревнованиях. Итак, Игореша, пожалуйста. Первый бросок. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Еще два броска. 3. 10. 10. Последний бросочек, пожалуйста, еще. Да. 10. Но кто-то еще может 11 сделать. Так, Пастухов, пожалуйста. 10. Гуряна, если сможет, делать. Нет, Коля делает. Я извиняюсь. Сейчас одну секунду. Пастухов Николай приготовится. Пожалуйста. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 10. 9. 8. Все. Стоп. Да. Раз, два, три. 98. Сколько? 98. Не, не может быть. Если 10 бросков, это 100, правильно? 2 очка он потерял. 2 очка, девятка, 3 очка и первая девятка.
Там было... А, у него же 11. Сколько ты сказал? 11. Да, 98. У Игоря 100. Коля сейчас бросает. Потом, если может, он грязный будет. Пожалуйста. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Захват неправильный, поэтому и тяжело. Шесть. Еще раз, мальчики, оттуда сюда кидаем. Коленька. Так, не с косочек. Вот так, да. 5. Еще 3 бросочка. 8. Тяни рукой тогда. 7. Да. Сейчас 9 и 8, 17 и 7, 24, 30, 36, 43, 48, 56, 56, 63, 63, 71, 71. Так, нарез будет делать? Да. Угу. Пожалуйста. Сейчас еще 9. 7. 8. Болит? Не делай, болит, не делай. 9. 9. Еще 5 бросков. 9. Уходишь назад. 10. Еще 3 броска. 10. Десять. Одиннадцать. Так. 22 красивые. Ну, я тогда посчитаю. Все, пока мы ушли. Хыгу. Ну, ничего не делайте. Хорошо осталось. Так, 16. Просто много оценок. 16. 24. 32, 41, 50, 60, 70, 80, 91, 91 очко. Так, пожалуйста, хынку делай, буду уже готовиться. Пожалуйста. Стоп, я не знаю, как оценить. Стоп. Сразу? Сразу. Это, знаете, похоже на что? На айкидо. 7. 6. Зачем? Встань туда, где стоишь. И просто туда-сюда, отсюда-туда. Пожалуйста. 7. 7. 7. Еще 4 броска. 7. 7.
Два броска. Семь. Это по 100-бальной шкале? Пять. Все. Поклонились, ушли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, один, шесть, 13, 26, 13, 20, 26, 33, 40, 47, 47, 54, 54, 61, 66. Молодец. Итак, морду уже делает, Чезар готовится. Прошу. Десять. Стоп. Десять. И берешь, а пока прямую руку не ставить. Особенно хорошо. Одиннадцать. Десять. Девять. Девять. Десять. Десять. 11. Последний. 11. Все. 101. Сейчас посчитаю. Так, пожалуйста, пастухов готовится. Сейчас я считаю. Так, 10, 20, 31, 41, 50, 59, 69, 79. 90, 101. Пожалуйста, Чезар, потом Йосиф готовится. Пожалуйста. 6, 7. Можно сейчас даже попросту там раз и выиграть первый место. 8, 9, 10, 9, еще 4, 10. Так, Иосиф, готовится Поляков. Хорошо. 7. Смотри, когда бросаешь, не надо его втыкать спиной. Вот посмотри внимательно. Делаешь бросок, когда он падает, ты стараешься немножко его под себя, то есть, чтобы он развернулся. 8, 7. Бедный Коля. Делай не быстро, спокойно делай и все. 6. Захват неправильный. 6. От захвата уже и прием тогда. 8, 7, еще 3, 8, еще 2, 7, 6, 63. Сколько? 63. Стоп, стоп. Еще. Все, 15. Следующий готовится. Далеко. 15.
22, 28, 32, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 100. Так, Поляков, пожалуйста. Берел, можешь? Пожалуйста. 8, 8, 9. Смотри, не врубай его. Чуть выше становись. 7, 6. Вставай, когда делаешь. 1, 2, 3, 4. Вставай, вот видишь, ты говорил, вставай. 5. 7. 5. Последний. 68. Так, теперь, значит так, у нас лучший результат 100, есть 100, 100 и 101. Значит так, Бурдужа первый, Дроник второй. Дальше, Пастухов Чезар, 98-93, Пастухов первый, Чезар второй. Дальше, Яков 71, Чуд 70. Первый, второй, 91, Поляков, 8, Унгуряна, первый, второй. Цукан не делал. А, я, блин, думаю, что такое? Пожалуйста. Восемь, девять, 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 восемь, еще два, 85. Значит так, Цуркан первый, Хлинку второй. Так, смотрим. Первый номер Бурдужа. Он идет наверх. Так. Мы сделаем по-другому. Надо. Так. Сейчас я посмотрю, если у меня получится, то я сам тогда распределю. Так. Бурдужа, Дроник. Так. Так, дальше Чезар Пастухов. Пастухов здесь. Пастухов. Чезар здесь. Чезар. Так, здесь
Хын Куцуркан. Хынку Цуркан. Кто у нас еще есть? Афичук, да? Афичук и... Так, 771. Унгуряну. Унгуряну. Унгуряну Поляков. Так. Унгуряну Поляков. И кто еще остался у меня? Ага, Яков Афичук. Яков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага. Яков. Яков. Афичук. Значит так. Значит, смотрите. Получается так, у нас группа А, группа Б. Группа А. Бурдужа будет бороться с победителем пары Яков Хынко, Чезар Сунгуряну за выход в финал. Следующее, Дроник будет бороться с Афичук Цуркан, кто выиграет, Пастухов Поляков. Дальше, за пятое место, за третье место. Кто проигрывает за выход в финал, борется за третье место. Еще третьего нет. Итак, Яков Хынков. Пожалуйста, Коля. Берешь Афичука и бросаешь. Не-не-не-не-не. Ты своего партнера. Хынку своего. Просто ты сразу не можешь. Вы вон там сядьте, туда идите пока. Итак, пять бросков делает Яков. Пожалуйста. 8 6 6. Еще 2 7. Последний бросок. 7 34 очка. У Якова. Хынку. Стоп. Он так держал, а он так держит, да? Да. Какую оценку поставить? Единичку. Почему единица? Почему ноль? Почему два? А, слишком много? Почему три? Почему четыре? Это почему много? Пять? А чем он делает хуже намного, чем Коля? Объясните. А, Коля неправильно держит. А что, Коля правильно держит? Ну, он тоже неправильно держал. Коля не... Я жду хорошая какашка, я плохой какашка. Хорошо, понял. Так. 6 7 6 6. 7 7 33. Со счетом 34-33 следующий круг вышел Яков. Молодец. Все, кончали. Я тебя прошу. Не надо, да. На ковер приглашается Афичук Цуркан. Цуркан бросает, потом Афичук. Цуркан бросает кого? Тебя. Стоп, только что кто бросал? А, кто бросал сейчас? Вы уходите, Афичук ты бросаешь. Может ему кимоно одеть? Нет, да? Пожалуйста, пять бросков.
Кончай, я вас прошу. Давайте без этой. Стоп, подожди. 6. Кончай. 6. 3 броска еще. 5. 4. Последний. 9. 30 очков. Цуркан. И готовится Бурдужи Яков. Пожалуйста. 7. Стоп. 7. 7. 8. 8. 7. 37. Со счетом 37-30. Следующий круг вышел. Цуркан. Так. Бурдужа Яков. Первый бросает Яков, потом Бурдужа. А потом готовится Чезар Унгуряну, Дроник Цуркан, Пастухов Поляков. Стоп, стоп. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот так, чтобы в камеру влезал. Еще чуть-чуть вперед. Так. Пожалуйста. 7. 9. 8. 7. 8 39. Прошу, Бурдужа. 9. 10. 9. 9. Все. 46. 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
Он грянул одна. А у него 46 очков или 46? 46. Единственное, я извиняюсь, что не предупредил, что так будет. Цуркан, пожалуйста. Извиняюсь, что не предупредил. Пожалуйста, Цуркан, Дроник. Девять. Восемь. Десять. 9, 8, стоп, стоп, это шестой. Сколько? 44. 44. Пожалуйста, Игорь. Сейчас одну секундочку, Игорь. 9, 8, 10, 9, 8. Не туда записал. Пожалуйста. Десять. Еще один. Девять. Раз, два. 49-44. В финал вышел Дроник, Игорь. Пастухов. Поляков, Поляков первый делает. Стоп. Сейчас. Давай ты дашь, хорошо? Давай. Оценки дашь. Хорошо? Восемь, семь, последняя оценка. Раз, два, три, четыре, пять, 39, да? Нет. Раз, два, три, четыре, пять, 5, 8, 40. 40 минус 1, получается 39. Пастухов, пожалуйста. 10, 10, 10, 10, 49-39, финал вышел Пастухов. Финал Бурдужа Слободенюк, Дроник Пастухов. Сейчас перед финалом сначала проводим, называется, репесаж. А еще предварительные схватки. Значит, у нас предварительные схватки. Смотрим, Бурдужа выиграл у Якова, который выиграл у Хынку. Значит, что? Хынку сразу улетает. Хынку сразу улетает. И получается у нас Яков Унгуряна. Это первое было. Яков Унгуряна. Здесь Цуркан Афичук пролетает, потому что он проиграл, потом его проиграл, поэтому ты вылетаешь. Итак, здесь будет у нас Цуркан Поляков. Цуркан Поляков.
Значит, смотрите, это борьба за пятое место. Те, которые не были, Цуркан и Иосиф, они сразу пятое, седьмое заняли и все. То есть не то, что они вообще пролетели вообще-то. Дальше. Значит, Яков Унгурянов, Цуркан Поляков. Кто из вас выходит? Затем проводим, кто за выход в финал. И кто проигрывает, сразу будет бороться за третье место. Итак, Яков Унгурянов. Кто будет первым делать? Так, мы уже в финале. В финале Бурдужа Слободенюк, Дроник Пастухов. Да. Сейчас Яков Унгурянов. Пять бросочков. Пять или три, Александрович? Три. Три броска. Три броска сейчас. Все, пожалуйста. Шесть. Семь. Он падает на спину, докручивает. Семь. Это 20 очков Гурену. Туркан готовится. Он падает на спину, то есть захватник, ну все, потом посмотришь, я выставлю, пожалуйста. 9, 10, 9, 30, 28, 20. За третье место будет бороться Унгурянов. Итак, на ковер приглашается Цуркан, потом Поляков. Восемь. Да, три восьмерки, 27. 24. Захват не очень хороший, как бы, поэтому я тебя по баллу снимал. Даже можно было и десятку поставить. Но балл 2, вот оно. Захват. Пожалуйста. 7. 6. 10. Давай. 9, 7, 6, 13, 22. За третье место будет бороться Цуркан. Итак, за выход в финал, кто проигрывает потом за третье место, будет бороться с Цурканом. Итак, Бурдужа, Слободенюк. Кто первый? Кто первый? Бурдужа. Три броска. Десять. 29. Слободенюк. Потом готовится Дроник Пастухов. Сейчас подожди. Что скажешь? Почему? Девять, десять. Увои по 29 очков. Значит, как?
Дальше, значит, стоп. Решаю так. Две десятки. Две девятки, две. И... Значит, давайте так. Один раз вы кидаете, один раз вы кидаете. И независимо... Не надо монет. Один раз кидает Бурдужа, один раз кидает Чезар. У кого лучше, тот и остается. А пусть зал выиграет. Кто? Зал выиграет. Зал? Да, кто лучше. Давайте так, билетик стоит, вы покупаете билетик, он по 100 лей стоит. И там уже голосуете. Да, нет. Голосование 50 лей. Мы потом соберем, мы пойдем в Владу. Все. Итак, один бросок. Хорошо? Да. Пожалуйста, теперь вы. В принципе, я видел, Влад, бросок, он у тебя уходил в сторону, когда девятки, он сюда уходил. Я ничего не могу сделать. Итак, Чезар выходит в финал. Итак, за третье место Бурдужа будет бороться с Туркан. Смотри, Влад махнет рукой, даже третий не займет. Туркан его опередит еще, это вообще будет юмор. Итак, прошу, дроник пастухов. Давайте теперь пастухов первый бросает, а потом Игорь. Три броска пастухов. 10. Десять. Прошу, Игорь. А как ты тоже так же? Оба хорошо, Игорь. Пожалуйста. 10. Кто дальше прыгнет, тот думает. Пастухов пролетит. Пастухов пролетит тогда. Так, кто лучше, пожалуйста, Артем? Один бросок. Пожалуйста, Игорь. Одинаково. Еще раз. Хасан, не помнишь? Так, один пиржок, девять, главный стоит. Я согласен, когда я говорю, давай. Нет, ну кто-то финал, кто-то за тройку будет. Так мы вдвоем берем диплом и выходим, давай. Так нет, ты один диплом берешь, если ободенюк берешь. И теперь второй диплом. Вы что, его порежете? Чезарин не надо. Как? Да он не знает это. И научил это. Я могу сделать по-другому. Как? Я могу... никому. Лучше никому не давать. Я могу в четверг сделать еще один. Хорошо. Вы вдвоем выходите еще по одному броску. Так мы можем друг друга сделать. Не-не-не-не. Игорек, тогда ты бросаешь первый. Пастухов бросает, потом Игорь бросает. Еще раз, на лучшего. Сейчас вы первое. Три, я еще сделаю вам, пожалуйста. 10. Прошу, Игорек.
А все это, как будто, все, ушли, сели. Значит так, да, тут получается три финала. Значит, тут так, Унгуряну сразу становится третьим, потому что нету, никто не проиграл. Унгуряну третий. А, можно. Броски, подсечки можно. Туркан Бурдужа. Туркан бросает. Давай быстрее. Все, это последняя схватка. Пожалуйста, Туркан выиграет. 7 8 6. Следующий, Бурдужа. 15, 21 очко. Пожалуйста, три броска, Влад. Вот сейчас видел, он уходит туда у тебя. То есть он не сюда вперед как-то падает, он как чуть-чуть туда уходит. Посмотришь. 9 10. Голову поворачивал. 11. Видишь, голову повернул. Все. Так, тут 30. Итак, третье место занял Бурдужа. Так, пацаны, вот здесь вот построились. Так, вот здесь, кто откроет, посмотрит, что нарисовано. Нет. А мы знаем, что там нарисовано. Тот выигрывает. Я уже догадываюсь. Догадываюсь. Из нас? Да. Кто первый тянет? Я. Давай. Нет, пошел. Ты. Кто получает сегодня грамоту? Да. Кто открывает это, тот пошел. Получает. Так, блин. Ну, ладно. Держи. Да, еще ладно, держи. Посмотри. Стань, Не, ближе. Что у тебя? Дуля. У тебя дуля. Четверок получаешь. Ну, дуля некрасивая. Ну, факт. Сейчас, мальчики, сюда. Сядь, заправьтесь и сядьте на колени. Сейчас. Вы понимаете, это пальчик. Указательный пальчик. Сделаю кому-то обрезание. Тот, у кого не было ничего на листочке. Так. Ага, вот так. Сейчас чуть-чуть. Так, да, я должен быть красивый, а то потом скажут. Я не пришел. Да. Мне тоже.
Так, первое место занял Чезов Слободинин. Молодец. Получаешь призы. Спасибо. Вот о-о-о. Тренеру Шоколадку. Так. Пастухов, я не знаю, что делать, я перепутал, я тебя написал. Да, спасибо, Фермен. Мне шоколадка. Мне диплом. Дроник, Игорь. Хорошо, поздравляю, красавчик. Пастухов, Артем. Так, третье место у Буряна. Так, за пятое место. А, подождите, у нас и Бурдужа. Нет, великолепно. А чего? А, хорошо. Да. Пожалуйста. Чего? Последняя осталась. Классно. Так. Дальше. За пятое место. Цуркан получает свой приз за пятое место. Так. Теперь за седьмое место. Поляков. И Яков. Николай. На, уйди, хочешь? Так. Ну, а те, которые, кто у нас остался еще? Я. А, о, Даник, вот он. Я с Костюмом сюда тираю. Вот он. Не хочу. Нет, надо. Что? Да, все, поздравлялись. Значит, пацаны, мы сегодня пробовали, поработали броски. В следующий раз бросок будет не только в одну сторону, но и в другую сторону. И еще другие будут броски. День-день отработали, второй день провели. Все, мальчики. Ты знаешь, сколько стоит башка? 20, а такая 10. Ну, потому что кто-то должен делать. А можно я вам дам 10 евро? Да, не дай. Подумай. Дайте вам что-то. Давай. Приезжайте, я все снимаю. Итак, я вчера вам задал вопрос, сегодня, чтобы вы мне сказали, 5 лучших спортсменов в лицее. Не были, это ваши проблемы. Итак, пожалуйста. Можно? Давай. Вчера Сергей? Нет. Спортсмены лицея. Которые здесь учились? Которые здесь учились. Или учится. Прошу. Бурдушев. Антон и Диана. Раз. Мальчика. Помогай. Мальчика. Мальчика здесь не учат. Она в первом лицее училась. Буйкана. На Буйкана. Мирон Габриэл. Нет, это нет. Это юноша, это никак. Гросс или я? Он тоже. Гросс, он чего? Чего он здесь добился? То, что он когда там под джиу-джитсу стал, когда я там бегал, орал на него, блин, скотина, чтобы он это... Он никто. Что это? Тудор. О, Тудор и Мирча. Нет, Тудор и Мирча. Мирча здесь не учился. А не знаю, кто это. Тудор Буздуган учился в первом лице. Как? А он здесь не учился. Да. Готовьте жопу. Не только дзюдо. Не только дзюдо. Вот тот маленький стэквондо Киеван. Так. Два. Будем там считать одного, потому что я не знаю, кто там чемпион мира, Европы, как у них проходит. Не могу
сказать, хорошо выиграл, плохо, тоже не буду говорить. Но будем считать один человек из кикбоксинга. А Разов, он тренер, он... А Разов что? Он здесь учился. Челси здесь. Ну и что? Канадский чемпион. Чего? Кикбоксинг. Так чемпион. Ребят, вы поймите меня, что есть нормальная переста, а есть ненормальная. Я не знаю, то есть я не помню, чтобы его фотографию висел. Что ты говоришь? Коля, говори фамилию! Бэй! Карман. Карасева? Гербаш нет. Есть. Чемпион мира по лифту. По юношам. Результаты вы видели, да? Пожалуйста, можете повторить. 135 же лежа. Кто? Тяга в наклоне 180. Приседание. Нет, тяга 170, приседание 180 или наоборот. Пожалуйста, нет проблем. Я вам покажу его фотографии, когда фотографировался он и кто-то еще. Вы посмотрите, красавчик, учился. Еще кто? Значит, он сказал, тыква есть. Он сказал Диану Тону, сказал Лидию Скрипач, прошу тебя и тебя. Думайте. Получится. Да, она что-то из наших. Ну, те, кто в лице учит, не обязательно туда есть. Есть лучше навык. Чемпион республики, прием международного турнира, это как бы неплохо, но есть лучше. Хорошо. Хорошо. Значит, тебе задание. Включите это. Походи, поспрашивай. Хорошо? Так, а Коле нужно дать, потому что он вчера был в стен. Он может забыть просто. Врач, я же не могу бить тебя по животу. То есть Коле то же самое. Не забудь, пожалуйста. Хорошо? Походи, поспрашивай. Походи, может быть, по футболу кто-то может быть потом ушел. То есть даже попадание из нашего лица в команду Зибы играть там, например, или какой-то другой клуб высшей лиги. Это большое достижение. Раз. Баскетбол, может быть, кто-то. Может быть, волейбол кто-то. А Даша училась в нашем лице, Даша. Даша, но она тогда призер по юношам. Она ей до тебя далеко. Ей до тебя далеко. Все, мальчики. Значит так, смотрите. Разогрелись. Сейчас 30 бросков каждый. Я вам даю 5 минут броски через колен. С колен. Делайте бросочек. 3-1, 3-другой. 3-1, 3-другой. Вопросы есть? Нет. И через 5 минут начинаем. Все, вперед. Можете в кимоно, можете без кимоно. Как вам будет. Только еще раз. Не падайте, пожалуйста, сильно на колени. Не падайте сильно на колени. Хорошо, мальчики? Пожалуйста. Хотите в кимоно? Пожалуйста. Без, не хотите в кимоно? Пожалуйста. Как вам удобно? Все, пошли. Время я засек. Пожалуйста.